Улыбка. Сияющий взгляд радует сердце. Добрая весть укрепляет тело. Притчи, 15 глава, 30 стих. Искренняя улыбка вызывает ощущение тепла и расслабления. А если улыбка сопровождается приятными словами, то у слушающего повышается настроение и даже улучшается физическое состояние. Так говорится в сегодняшнем тексте. Исследователь Фриц Страк изучал влияние улыбки на настроение. Он вводил участников эксперимента в заблуждение, сообщая, что исследует ощущения людей, которые не могут пользоваться руками и вынуждены выполнять обычные дела, пользуясь ртом и зубами. Например, писать ручкой или нажимать кнопки на пульте от телевизора. Половину группы он просил выполнять задание, держа ручку зубами. При этом активируются те же мышцы, что и при улыбке. Вторая половина должна была держать ручку губами. При этом люди не могли улыбаться. Затем каждого участника попросили посмотреть мультфильм и оценить юмор. Выяснилось, что те, кто держал ручку зубами, поставили мультфильму более высокие оценки, чем те, кто держал ручку губами. Вывод из этих наблюдений следующий. Не только радостью сердца лицо сияет, притча 15.13, но и сияющий взгляд радует сердце. То есть улыбка помогает улучшить настроение. Радостное выражение лица не только укрепляет физическое и психическое здоровье, но и помогает в межличностных отношениях. Когда один из собеседников улыбается, он влияет на настроение второго в лучшую сторону. Разногласия смягчаются, люди сближаются, отношения становятся теплее. Напоминай себе о том, чтобы улыбаться, когда общаешься с другими людьми, с членами твоей семьи, с коллегами, соседями. Ты почувствуешь, как улучшается твое самочувствие и твои отношения с людьми. К тому же ты будешь выполнять волю Бога, который предлагает нам сохранять сияющее выражение лица. Притча 15.30. Сияющий взгляд радует сердце. Добрая весть укрепляет тело. Аминь.